Руководитель администрации Владимир Слепцов провел еженедельное выездное совещание по благоустройству. В этот раз оно прошло во дворе вблизи дома номер 6 по улице Строителей. Жителям представили проект, согласно которому на этом месте должны появиться детская площадка, дополнительное освещение и озеленение. Расширятся парковки. У Валентины Лальской 6 внуков, но гулять с ними приходится либо по дороге между машинами, либо в другом дворе, расположенном через 2 улицы отсюда. Сейчас я вышла и фактически гулять и задержаться с ребенком просто негде. Ну, негде. Соответственно, вот этот пустырь. Облагородить его, деревья сохранить. Помимо этого двора, комиссия во главе с Владимиром Слепцовым осмотрела и соседние, чтобы узнать пожелания жителей. Также представители администрации и коммунальщики зашли в подъезды. Во многом их состояние зависит и от самих горожан. Например, в уже давно не новом доме номер 47 по Юбилейному проспекту чисто и уютно. Жители благоустроили здесь каждый этаж. Ну что значит любите то место, где вы живете? Вот если каждый так будет относиться, то, понимаете, всегда и везде будет чисто. Некоторые площадки уже непригодны для использования, их нужно обновить. Также выявили места, где необходимо сделать новые тротуары. Мы все эти замечания жителей, безусловно, учли, сегодня их записали, обязательно отработаем в кратчайшие сроки. Предусмотрим все это в своих планах. Напомню, всего в этом году в Химках будут комплексно благоустроены 50 дворовых территорий.